И всем привет, уважаемые зрители, и с вами Ингвар Плей. И это новая рубрика, которая называется Overwatch из бумаги. И я нарисовал первого героя из игры. Это у нас солдат 76. И сделал такой скин, как, ну или облик, командир Моррисон. Так что где-то я неделю все это сам рисовал, это лично мои, так сказать, развертки. Все сам рисовал, разукрашивал, смотрел в игре на его облик. Старался, чтобы было все детально. Может, вы уже и представляете, что уже, ага, все отлично. В общем, сейчас я вам все расскажу, потому что как я это все сделал. Вам должен все объяснить, что есть что. Так что, если вам это все понравилось и понравится, можете поддержать меня, то есть лайк поставить и написать в комментариях, кого мне еще сделать. И если там какой-то будет такой герой полегче, я его в первую очередь сделаю. Если он чуть посложнее, я его потом, потому что я сначала хочу сделать, который полегче. То есть у меня есть задумка такая интересная, сделать всех героев и кое-что еще, и получится очень красиво. В общем, приступим. Значит, начнем отсюда. Значит, голова, развертка, как обычно, как вы знаете, я делаю 3,5 на 3,5. Значит, самая легкая часть — это вот голова. То есть здесь у нее такое, как для глаза, как прозрачное стеклышко. Здесь получается он типа как наушник. Ну, лицо видно, что немножко похоже. Дальше. Волосы у него примерно желтого цвета, может чуть потемнее. Так что голова вот такая. То есть здесь элементарно все. Дальше, вы знаете, у него такое как бы есть, ну, как бы не воротничок, но что-то типа этого на шее. То есть вот здесь у него получается здесь белый цвет, а внутри, то есть не внутри, а сзади синего такого цвета. Поэтому нужно будет еще разукрасить, либо с этой стороны разукрасить и приклеить как бы с той стороны, то есть вот у меня здесь так вот. Либо здесь белое оставить и там разукрасить, как я вот сделаю, то есть здесь белое будет, точнее здесь синее, а там белое. Дальше туловище, вы, наверное, тоже знаете размеры, то есть здесь 3,5 на 5 сантиметров и здесь 1,5 сантиметра. Здесь руки будут, поэтому я крестики такие как поставил. Как бы смысл вырисовывать что-то, если будут руки сюда клеиться. Тоже старался, чтобы было все детально. Вы вот, наверное, видите. Сейчас приближу. Вот, видите детализацию. Ну, Overwatch логотип, может, не совсем вышел как круг. Ну, в общем, виден. Дальше вот эти вот части, я их вырежу, и они будут как бы торчать. И здесь, конечно, в руке образуется дырка, но это заклеится, ничего страшного. Дальше вы видите, где ноги, что что-то не то. Все так и должно быть. То есть эта нога будет стоять вот прямо, вот так вот. А эту я решил сделать, чтобы он был как бы, ну, повернуто. Как вы знаете, в игре у него поза там есть, где нога в сторону. То есть я вот решил тоже так сделать. Ну и сзади элементарно, то есть здесь уже начинается плащ. К плащу мы перейдем чуть позже. В общем, здесь у нас теперь две руки, правая и левая. Они все симметричные. Старался, чтобы было все одинаково. Но если немножко не так, ну ничего страшного. Значит, вот у него пальцы. Тоже логотип Overwatch здесь есть. Это как бы как локти. Ну и как бы вот такая вот детализация. Так, теперь перейдем к ногам. Значит, ноги у него отличаются. То есть вот правая и левая. На правой у него продолжается там на туловище такой как кармашек. Есть. Вот он. Как бы продолжается. Здесь у него тоже такие как кармашки, чтобы что-то положить. Так сказать, детализация ног может не совсем суперская вышла. Но в общем я еще тут забыл доразукрасить. Просто, блин, разбегается все перед глазами. Иначе я не заметил. В общем, вот. Вот такие вот ноги. Внизу у него такие, как полоски. В общем, элементарно рисуется внизу. И как бы вот эта вот часть
Все элементарно. Здесь уже, да, нужно вырисовывать. Вот и плащ. Значит, это мы приклеим к туловищу. То есть мы это, ну, точнее, к нижней части туловища. Мы приклеим вот сюда, чтобы это все держалось. И это мы согнем вот эти вот части внутрь. И она будет еще внутри разукрасить такого светло-коричневого цвета. Вот. И здесь, конечно, тоже вырез. И теперь оружие. Конечно, вы скажете, что слишком простенько ты нарисовал. Но тоже детализация, видите, что есть. И не так уж было и легко вот это рисовать. Я хотел сделать пообъемнее. То есть, вот как рука, она у меня будет как бы иметь толщину, высоту, длину. Хотелось тоже и оружие так сделать, но я посмотрел, что это сложно. И может даже невозможно, хотя может и возможно, но есть какой-то другой способ, поэтому решил просто вот так вот сделать. Так сказать, плоское оружие будет в руке держать. И можно тоже его будет вытащить, так что вот. Такие вот разверточки. Конечно, у меня еще была задумка другая кое-какая, чтобы, так сказать, голова двигалась, руки двигались. Ну, ноги я не хотел делать, чтобы двигались. В общем, это я не буду делать. Поэтому, как бы, если вы хотите, можете сделать. Но это уже чуть сложновато. Но это реально. Значит, сейчас я это все вырежу. Покажу вам уже развертки, как они уже в вырезанном виде. И потом в склеенном виде покажу вам этого солдата. Так что... Итак, прошло какое-то время, и я вырезал развертки. И вот что у нас вышло. Значит, вот у нас голова, потом идет как воротничок, потом у нас идет туловище с руками, потом у нас идет плащ, потом ноги и оружие. Естественно, я все подклею, потом все склею, склею в одно целое, и получим мы солдата. Так что осталось нам немного. Итак, прошло сколько-то времени, я склеил, приклеил все детали, запчасти, все склеилось, может еще чуть-чуть надо будет подождать, и в общем, вот мы видим этот шедевр, это лично мой человечек, все мои развертки, значит это солдат 76, облик командир Моррисон, значит... Оружие можно вытащить, я сделал там такую щелку, то есть можно ставить, вытащить, то есть вот, здесь такая щелка, и вот элементарно сюда вставляется. Но если вы будете по моим разворткам делать, не рекомендую по много раз вытаскивать. Значит, вот такая вот у него голова. Ну, как бы похоже, что это солдат 76, а не там дядя Вася. Дальше, как я говорил, здесь такой воротничок, немножко, может, вышло, да, не совсем, но в общем... Есть такой как бы признак, что да, есть у него что-то там такое. Вот. Дальше туловище с руками тоже неплохо выглядит. Здесь я специально так вырезал, чтобы было видно. Как бы, ну, детализация. Потому что вы помните, у него торчит это. Руки, может, да, немножко не детальные. То есть здесь видно вот пальцы и усё, а здесь ничего. Но я решил сделать так. Может, как-то, если вы будете делать, выйдет лучше. Дальше плащ вышел так. Конечно, вы видите, вот полоса вот эта посередине, она не совсем посередине у меня вышла. Но ничего страшного, так сказать, первый раз делаю. Нормально. Значит, все по длине я угадал. И, как вы видите, у меня ноги вот так вот. Здесь как бы щель. То есть, не как я раньше делал Майнкрафт из бумаги. То есть, брал по три с чем-то и все вместе. Здесь сделал я щель. Здесь прямо нога стоит. И, как здесь я говорил, что в сторону немножко. И вот такой плащик. Может, да, плащик тоже не супер идеальный, но похоже, что это солдат 76, то есть вот он так выглядит. Вот он, запах победы. Из нас двоих делом занят только один. И это не ты. На что смотришь? Не я начал эту войну, но я, черт побери, ее закончу. Ни за что. Один в поле очень даже воин. По уставу обращайся. Ты не прошел проверку. Медаль хочешь? Петухи запели в полночь. Как скажешь, босс. Старые вояки не умирают и никогда не теряют хватку. Ну, кто на меня? Тук-тук. Ну, в общем,
Вот наш солдат 76. Я надеюсь, вам понравилось, потому что это лично мои развертки. Все я сам делал, как я уже говорил по несколько раз. Надеюсь, вам понравится эта новая рубрика Overwatch из бумаги. Так что я еще хочу сделать. Может, вы мне в этом поможете. Напишите, кого сделать в следующий раз. И какой будет самый попроще пока что, я его сделаю. Если вы напишете, например, сделать турбосвина или диву, я это сделаю, конечно же, но потом. Потому что это посложнее, у меня есть другие идеи, а я сначала хочу, которые попроще. То есть, как Гензи, Ханзу и так далее. Так что, спасибо за просмотр, надеюсь, вам это понравилось. Может, когда вы будете делать, выйдет получше. Но вышло как вышло, и мне лично нравится. Так что спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал. С вами был Ingvar Play. Так что чем больше нас, тем лучше. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.